Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой посетила председатель Всероссийского фонда защитника Отечества Анна Цивилева. В ходе встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым она высоко оценила выстроенную в регионе систему поддержки участников СВО и их семей. Анна Евгеньевна особо отметила чуткость коллектива фонда, в том числе и работающих волонтеров и демобилизованных. Рашид Тимрезов отметил, что действительно искренность, неравнодушие и внимание отличает сотрудников филиала фонда. Наши ребята ждут от нас поддержки во всем, и мы будем обязательно и дальше наращивать выстроенную работу, улучшать ее, оперативно решая все вопросы, добавил он. Глава республики поблагодарил Анну Цивилеву за оказанную помощь и поддержку и выразил уверенность, что совместные усилия позволят бойцам восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни и стать активными членами общества. Уютный, гостеприимный, чуткий, отзывчивый – это еще и те кадры, которые у вас там работают. Безусловно, под руководством такого чуткого, опытного руководителя, сам по себе коллектив, он очень профессиональный. И ни одно обращение не остается без внимания. Кроме того, что наш фонд оказывает помощь и поддержку демобилизованным ветеранам специальной военной операции, людям, которые уже уволены, вернулись домой к мирной жизни, семьям погибших бойцов. Филиал обращается очень много и семей участников, и самих участников, которые приходят в отпуск, и для них требуется решение той или иной задачи. И, конечно же, все сотрудники, очень чутко понимая, что этих людей все равно нельзя как-то перенаправить куда-то, помогают им решать эти задачи. Выходят на Министерство обороны, выходят на военкоматы, комиссариаты, организуют сбор документов как раз в военно-врачебных комиссиях, то есть тех справок, документов, которых ребята не могут добиться из-за неких там бюрократических проволочек и долгого пути. Поэтому берутся за любые задачи. Организована хорошо медицинская служба, психологи медицинские работают. Это тоже очень важно. Мне приятно, что филиал открыл свои двери, и там работают и волонтерские организации, комитет семей воинов Отечества с вдовами, с матерями погибших ребят работают очень плотно. То есть именно такое использование и объединение всех сил, всех ресурсов в области, которые дают возможность эффективно решать поставленные задачи. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете, потому что мы понимаем, без межведомственного взаимодействия, без поддержки органов власти, работа фонда не могла бы быть столь эффективной. Мы с первого дня органы государственной власти, органы муниципальные, законодательные власти, а самое главное люди собрались вокруг того, чтобы решать оперативно, решать искренне те проблемы и вопросы, которые сегодня есть у семей наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. Черкесске в рамках визита в республику председателя Госфонда защитника Отечества Анны Цивилевой состоялось знакомство с работой регионального подразделения фонда. Смотрите подробности. У входа высоких гостей встречают работники регионального отделения фонда. В сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова председатель фонда защитника Отечества Анна Цивилева пообщалась с инвалидом, участником спецоперации. Расскажите впечатления, как вас встретили сотрудники? Позитивные впечатления, да. Позитивные, то есть открыты, готовы выслушать и, в общем-то, подключить свои ресурсы для решения тех или иных задач. Задачи непростые, наверное, в основном документы. Выплаты, документы. Сейчас, вот мы как раз ехали, разговаривали. Да, взаимодействие с военно-врачебными комиссиями, с Министерством обороны, чтобы документы ребятам получить необходимые. А потом уже с документами, конечно же, фонд подхватывает и решает все вопросы, задачи. Основная цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер социальной поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение,
психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Здесь также помогут с переобучением и дальнейшим трудоустройством. Действительно, очень много, наверное, вы подтвердите, к нам в фонд обращаются непосредственно и семьи, и сами участники. Да, несмотря на то, что они находятся в ведомстве Министерства обороны, мы, конечно же, не отказываем и по возможности или маршрутизируем, да, помогаем, подключаем те ведомства, которые могут решить те или иные вопросы, да, ну и помощь психологическую оказываем. Увиденным председатель фонда «Защитник Отечества» Анна Цивилева осталась довольна. Подобрано хорошее помещение, соответствующее техническим требованиям. Это и площади, и доступная транспортная среда, и доступная среда для инвалидов. Это уютные, современные, чистые места для встречи ветеранов и оказания им помощи. Особенную вот оценку отлично я ставлю за то, что здесь работают настоящие профессионалы, люди и с опытом управления, и с опытом боевой службы, которые, как никто другой, знают проблемы чаяния, с чем сталкиваются сейчас ветераны, возвращающиеся домой, и оперативно это отрабатывают. Мудро, тонко, очень деликатно решают все эти вопросы. По словам Анны Цивилевой, задач у фонда «Защитник Отечества» очень много. Они разнонаправленные. И в основном они будут исходить непосредственно от запроса самих военнослужащих, которые возвращаются домой. И призвала обратить особое внимание на работу с отдаленными населенными пунктами республики. Мурат Чанкезов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. В этот же день председатель фонда «Защитник Отечества» Анна Цивилева посетила лечебно-реабилитационный центр в Черкесске. Она ознакомилась с условиями пребывания участников СВО. Здесь они могут пройти бесплатные курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации. О том, как прошла встреча в центре, расскажет Альбина Ламкова. В лечебном реабилитационном центре председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву главный врач учреждения Борис Битимреза встретил с красивым букетом цветов. Затем все направились в корпус. Не заметить благоустроенную территорию, утопающую в цветах, невозможно. Для пациентов созданы условия, подобные санаторным. Они отдыхают и общаются после процедур. Зона для комфортного пребывания людей продумана с заботой о пациентах. Надо сказать, что в лечебно-реабилитационном центре восстанавливают здоровье все жители республики. Вначале корпус был открыт для реабилитации переболевших COVID-19. Каждому пациенту применяют комплексный подход, потому что это является одним из основных принципов реабилитации. Почувствовать результат можно через неделю. Очень много тренажеров хороших. Вы с каким диагнозом попали? После инсульта. Восстановились? Ну, не полностью, но есть какие-то сдвиги. Я раньше ездил в Осетию как-то был. Но оттуда приехал, хвалил их. Ну, там все есть, у них и роботы, и все. А когда уже здесь увидел, что у нас точно такие же. В центре осуществляют одну из задач филиала фонда «Защитники Отечества». Они содействуют в получении всех полагающихся мер поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. В лечебно-реабилитационном центре бойцам созданы все условия. Для восстановления здоровья разработаны специальные программы. Опыт у врачей в реабилитации пациентов уже есть. В этом убедилась и Анна Цивилева. С приказом 788Н по реабилитации занимаемся не менее 3 часов в день. Вот, ну, вот двигательную такую терапию делаем. Я думаю, больные довольны. Подождите, 3 часов в день для каждого пациента? Да, практически. То есть вы, в общем-то, здесь постоянно физически? Ну, где-то вот здесь, потом на других аппаратах, там, массаж там и так далее. В общем, они вот... процедуры все, если в общем взять, соответственно, так мы занимаемся ими. Вы чувствуете какие-то улучшения? Вы давно уже здесь находитесь? Я поступила с опухшими ногами. Все нормально. После перелома, после травмы? После операции. Анна Цивилева отметила, что в центре реабилитации есть все необходимое для восстановления бойцов. Все, что необходимо, все у вас есть. Хотел сказать, что у вас ремонт, наверное, был недавно, да? Вы знаете, 10 лет это мой ремонт. Да вы что? Мы такие аккуратные. Потому что ощущение, что чистоты, ухоженности.
Действительно, лечебно-реабилитационный центр представляет комплексную структуру. Он хорошо оснащен, имеет подготовленную базу и будет являться одной из площадок реабилитации для фонда, подытожила Анна Цивилева, добавив, что врачи и медучреждения понимают перспективы возможностей для этих ребят, для того, чтобы активно войти в социальную жизнь. В общем-то, я вижу, что это настоящая база для того, чтобы ветераны специальной военной операции здесь проходили реабилитацию, восстанавливали утраченные функции, и это очень важно и востребовано. Сейчас разговаривали с руководителем данного центра, и вопрос встает в том, что необходимо подготовить специалистов, именно реабилитологов, потому что в прошлом, конечно же, таких специалистов, во-первых, их не было необходимости в таком количестве иметь, а во-вторых, их просто сейчас не существует на данный момент. Поэтому важно подготовить как раз программы, обучающие реабилитологов, для того, чтобы они заходили и грамотно использовали то оборудование, те ресурсы, которые в данном реабилитационном центре уже имеются. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Единый штаб при главе Карачаево-Черкесии отправил в бригаду «Зубр» в городе Буденновске очередной груз поддержки, технические и специальные средства, цифровые рации, антидроновое оружие, дроны, а также экипировку, генераторы и бензопилы. Все это необходимо для того, чтобы наши бойцы могли еще лучше выполнять боевые задачи в зоне СВО, отметил первый заместитель министра промышленности и транспорта Карачаево-Черкесии Рустам Аркенов. У нас работает оперативный штаб на постоянной основе. Оперштаб собирает всю необходимую потребность от военных частей. Это и 44-я военная часть, 100-я бригада. В общем, везде, где присутствуют и проходят службу наши ребята, мы со всеми взаимодействуем. Сегодня мы отправляем груз для новой сформировавшейся бригады. Сформировали мы предварительно потребности. От ребят с передовой у нас положительный отзыв, в принципе, обо всем, что мы отправили на сегодняшний момент с точки зрения именно технических средств. Да, это очень все необходимые вещи. Генераторы позволят нам получать какой-то свет, какую-то энергию добывать, так сказать. Бензопилы очень полезно, будем строить блиндажи. Наши разведчики будут благодарны за коллиматоры, за тепловизоры. Антидроновое ружье – незаменимая вещь. И в остальном все. Огромное спасибо республике за помощь. Сейчас реклама, после продолжим. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Работаем каждый день, без выходных. Только 19 и 20 августа прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Успейте записаться. Ставрополь, Карла Маркса, 4. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя, 80. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Лазерная коррекция последнего поколения от 11 тысяч рублей. Клиника глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А. 20-53-20. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт экологиядело-каждого.рф. Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до 1 октября. Год 120-летия со дня рождения великого физика Игоря Курчатова. ВГТРК, правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» проводят первый всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки». Темы журналистских работ, открытия и новые технологии в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, в космосе. Челябинск с 14 по 16 сентября. Заявки принимаются до 21 августа. Подробная информация на сайте cheltv.ru. Многодетная семья Туговых из Карачаево-Черкесии приняла участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства исполнил обещание, данное пару месяцев назад, нескольким многодетным семьям.
Они хотели посетить Москву, и такая поездка, включающая экскурсию по Кремлю, была для них организована. Владимир Владимирович пообщался с гостями по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Во встрече, которая состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, также приняла участие многодетная семья Туговых из Карачаева-Черкесии, ранее награжденная орденом «Родительская слава». В ходе общения Владимир Путин назвал многодетные семьи ценностью и гордостью России и обратил внимание на то, что родители воспитывают детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения, а также подают замечательный пример другим российским семьям. Напомню, что 1 июня, в День защиты детей, глава государства также проводил видеовстречу с многодетными семьями. Тогда побеседовать с президентом смогли не только супруги Резуан и Рита, но и 8 детей семьи Туговых. Черкесы всего мира 1 августа отмечают День репатрианта. Эта особая и памятная дата была установлена четверть века назад в память о массовом возвращении на историческую родину первой группы этнических адыгов, проживавших в Косово в связи с началом военных действий на территории государства. Общественное движение «Адыги Хасы», черкесский парламент, организовало праздничный вечер для репатриантов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Фатима Даурова подробнее. Сегодня более 5000 репатриантов проживают на территории Российской Федерации. 35 из них нашли свой новый дом в Карачаево-Черкесии. На родину предков возвращаются не только те, кто попал в трудные жизненные условия. Все больше соотечественников находят дорогу домой по зову сердца и души. Посильная помощь на уровне правительства республики, черкесских общественных организаций, в частности Адыга-Хаса, черкесский парламент по защите прав и интересов черкесского народа и, конечно же, простых людей, откликнувшихся на нужды соотечественников, способствовало быстрой социализации и адаптации к новым условиям проживания. Убегая от ужасов сирийской войны, Бусейна 7 лет назад впервые вступила на землю предков. Вместе с ней была ее мама. Сейчас она живет в ауле Алибердуковский, успела освоить русский язык на разговорном уровне, нашла работу и полностью погрузилась в новую жизнь. Нормально, все хорошо сейчас, да, все хорошо. Не скучаете? Нет, мне нету разницы. Ну, здесь тоже наш дом, здесь наша земля, здесь. Я здесь, мне очень хорошо, мне все нравится. Люди хорошие здесь тоже. Встреча в офисе Адыга-Хаса прошла в очень уютной семейной обстановке. Здесь все уже давно знают друг друга, в курсе всех событий, происходящих в семьях репатриантов. Али Асланов в приветственном слове обратился к соотечественникам и поздравил с такой значимой датой для адыгов всего мира. Участники встречи также поднимали круг вопросов, касающихся их жизни и деятельности. На них давались ответы. Репатрианты делились успехами в работе и учебе. Сегодня в офисе Адыга-Хаса собрались, пообщались, обсудили, какие у нас есть проблемы, как они живут. Они на сегодняшний день практически все, кто вернулся, уже имеют российские паспорта, есть жилье, многие вышли замуж, женились, есть дети, учатся в учебных заведениях, кто в садик ходит. Все обустроены. Начавшийся 25 лет назад процесс репатриации вывел на новый уровень связи между адыгскими сообществами разных стран. Именно 1 августа 1998 года первая группа переселенцев пересекла границы России и прибыла в Республику Адыгея. По их следам и сегодня черкесы продолжают возвращаться домой. Фатима Даурова, Белла Мамхягова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. 1 августа в стране отмечается День образования службы специальной связи России. Как осуществляет свою деятельность одна из системообразующих организаций российской экономики в Карачаево-Черкесии, расскажет Али Баташев. Каждое утро рабочей недели Андрей Сорокин приезжает в здание, расположенное в Черкеске по адресу Пятигорское шоссе, 22. Общий стаж его работы в спецсвязи – 5 лет. Служебный транспорт во дворе предназначен для решения главных задач ведомства. Перевозка секретной корреспонденции, драгоценных металлов и денежной наличности, наркотических и психотропных веществ. Ну, для доставки корреспонденции грузов спецсвязь использует собственный автотранспорт, в том числе и бронированные автомобили.
а также транспортные средства, в которых поддерживается определенный температурный режим на протяжении всего маршрута. Перевозка осуществляется как по региону, так и по всей стране, а услуги оказываются государственным структурам, бюджетным и коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и другим физическим лицам. Спецсвязь имеет широкую филиальную сеть по всей стране. Это 77 управлений, 138 отделений и пунктов. Перевозимый груз может быть живым. В частности, если вам необходимо перевезти лошадь, не опасаясь за ее сохранность, то в спецсвязи есть для этого все условия – вооруженная охрана и специальный транспорт. Кстати, услуга перевозки чистокровных лошадей есть только в Карачаево-Черкесии. Грузы на всем пути следования сопровождаются сотрудниками, фельдъегерями, вооруженными служебными оружием. Государственный статус компании – это высококвалифицированный персонал, современная материально-техническая база, инновационные цифровые решения и высокие стандарты безопасности. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить сотрудников, всех работающих, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Главный принцип работы предприятия – полная сохранность перевозимых отправлений и их своевременная доставка. За все время работы филиал управления спецсвязи в Карачаево-Черкесии показал хорошие результаты и является надежным поставщиком транспортно-логистических услуг, гарантирующих сохранность веренного груза. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия. За время своей работы он воспитал 42 мастера спорта СССР, двух мастеров спорта международного класса. В Черкесске в спорткомплексе «Юбилейном» прошло чествование заслуженного тренера России Юрия Якубовича Меликерова. Турнир по вольной борьбе в честь 80-летия известного наставника посетили немало его воспитанников, в том числе победители и призеры самых престижных соревнований. На мероприятии побывал Артур Мхце. Стартовавший в спорткомплексе «Юбилейном» турнир по вольной борьбе не был отборочным на крупнейшие соревнования по этой олимпийской дисциплине. Однако интерес к нему оказался ничуть не меньшим, чем к состязаниям с участием лучших мастеров ковра. И это неудивительно, ведь главным виновником торжества в спортзале «Черкесска» был человек, под руководством которого занимались многие известные далеко за пределами Карачаево-Черкесии борцы. Заслуженному тренеру России Юрию Меликерову исполнилось 80 лет. О нынешнем директоре 6-й городской спортшколы с теплотой вспоминают его ученики. Первое место сегодня легко завоевать, надо, говорит, удержать. Тогда я не понимал этого, но сегодня я в полной мере понимаю, что нужно было приложить усилия, терпение, чтобы прийти к большим результатам. Если говорить именно о его жизни в спорте. У него другой жизни, по-моему, не было, кроме как в спорте. Сколько он себя помнит, он в спорте. Сколько мы его помним, он в спорте. Он величайший организатор. Прозанимался с 78 по 93 год, 15 лет отдал. Вот Якубычу, как, это второй отец. Он, в принципе, нас всех воспитал, всех вырастил. Некоторые из бывших воспитанников Меликерова затем вошли в его тренерский штаб, чтобы вместе готовить спортсменов к новым победам. Один из них – мастер спорта Алексей Смирнов, который знаком с Юрием Якубовичем около полувека, с первых тренировок в полуподвальном помещении. Я когда заканчивал свои спортивные выступления, Юрий Якубович предложил, говорит, не хочешь на тренерской работе поработать? Я заканчивал пединститут карачаевский. Ну, я с удовольствием принял предложение. И тогда было еще СПТУ-3, это на Комсомольце, здесь сейчас академия располагается. И был такой необорудованный спортзал, без условий, как сейчас, вообще без ничего. Он сказал, говорит, Алексей, попробуй, если вот я увижу, что у тебя что-то получается, я тебя заберу в школу Олимпийского резерва. Сейчас мы единомышленники, сейчас мы коллеги, и с большим уважением и с большой такой мужской человеческой любовью отношусь к нему, как к старшему, как к наставнику. Очень интересный, душевный, внимательный к своим ученикам, к своим друзьям человек. И сегодня праздник спорта, праздник борьбы. В такой день сами соревнования отошли на второй план. На первом, разумеется, именинник Юрий Якубович Меликеров. Его многолетний труд был отмечен почетной грамотой Совета Федерации, орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией, другими ценными подарками, а главное – вниманием и уважением его воспитанников и коллег.
Артур Мухце, Галина Алиева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Волкодав покорил Эльбрус. У жителя Карачаева-Черкесии Алана Саркитова была давняя мечта взять с собой на самую вершину собаку. Работа над проектом началась год назад, и этим летом он воплотился. Альпинист Асхат Гузоев из Кабардино-Балкарии, Алан Саркитов и карачаевский волкодав по кличке Басхан взобрались на самую высокую вершину Европы. Светлана Шаганова об отважном четвероногом альпинисте и его наставниках. Есть! Я сделал это! 5621. Высота взята. Здесь рукой можно дотронуться до неба. Асхат Гузоев и Алан Саркитов – опытные восходители на Эльбрус. А собаке требовалась специальная подготовка. Да и волкодава нашли не сразу. Вначале был другой претендент. Она была намного больше, где-то под 100 килограмм веса, такая черная, но типаж идеально подходил, типаж вот строение морды, лап, груди, вот как именно вот типаж нашего карачаево-балкарского волкодава Басхан Пари. Ну, цвет чуть-чуть подводил, ну как, они черные цвета, расцветка у нас не была исключением, но это не наша родная, национальная, традиционная. Она где-то со стороны Таджикистана, Ирана пришла, это примесь. Собаку выбирали по определенным критериям – вес до 70 килограммов, строение, типаж, соответствующий окрас породы Басхан-Пари – карачаевский волкодав. Всем параметрам соответствовал пес Басхан, выращенный в питомнике кинолога Казбека Магулаева. Своего четвероногого друга для восхождения любезно предоставил Султан Бекболатов. Главная была задача – испытать породу в высокогорных условиях. Первый день там пошли на небольшую высоту прогулочку, на второй день повыше на прогулочку, третий день еще повыше, акклиматизация, все дела, и постоянно мы за ним наблюдали. Вообще никаких проблем не возникло, последний день мы решили, да, он готов, способен, он это должен, ну, сделает, говорить нельзя, он должен это сделать. Басхан держал нос по ветру и устремлялся ввысь. И как опытный альпинист взял эту вершину, которая покорилась не всем. Нелегко удалось, честно сказать. Там, конечно, все говорят одно. Очень легко, очень без проблем. Но на самом деле это не так. Сам убедился. Особенно последние шаги от седловины. До седловины, как тяжко дойти, это раз. Самое тяжкое начинается оттуда. Во-первых, дефицит кислорода, нету его. 3-4 шага дела, вот в такое состояние вот превращаешься. Отдыхаешь, еще 3-4 шага так же, если не идешь одним темпом. Там тоже своя методика, свой шаг, свои там моменты. Никакой синоптик не предскажет погоду на Эльбрусе. Можно оказаться в сложных метеоусловиях. Путешествие в горах – это игра в рулетку. Погодные условия там просто вот как никогда, они очень часто меняются, каждую минуту может 2-3 сезона поменяться. Ветра подняться могут. Тогда вот так прижимайся, сиди, жди там, или цепляешься там штырями. Но холода наступать могут. Ветра накрыть облака просто за здрасте. Вот накрыло, ты не видишь. Вот я вас сейчас как вижу, там мы друг друга не увидим. До такой степени могут накрыть густые облака. А дорога, если ты там неопытный, ты там останешься. Для восхождения нужна специальная экипировка. На ногах металлические приспособления, альпинистские кошки. А вот как быть собаке, чтобы не отморозить лапы? Лапам не было холодно, им было очень даже прекрасно, так я скажу. Потому что я сам тоже об этом задумывался, потому что я не собаковод, я как любитель изучал их и думал, специально что-нибудь или цепляли, чтобы там кошки, там мы же в кошках идем, там каток. Может, ему то же самое нужно. Сказали нет, и он все говорят нет. Он сам чувствует, он должен под собой почву чувствовать, когда где чуть-чуть скользко, он когти пускает, и каждый шаг он свой контролирует. Смелый шаг сделан. Басхан доказал свою выносливость, свой боевой характер и уже вошел в историю первым покорившим Эльбрус. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. 23 года в эфире. 1 августа 2000 года телезрители увидели информационную программу с новым названием «Вести Карачаева-Черкесия».
Более двух десятков лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные, спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой нашего телеканала. Над каждым выпуском «Вестей» работает целая команда. Операторы, корреспонденты, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести Карачаево-Черкесия» выходит в эфир несколько раз в день и в разное время с учетом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале 5 национальных редакций и «Вести» говорят на всех языках республики. А начиная с этого года, один раз в день в эфире канала «Россия-24» выходит и выпуск «Россия-24. Карачаево-Черкесия». Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.